Сценарий – эскапист. Монтаж и аудио – Херувим. Тетрадь смерти – это одно из самых популярных аниме в истории японской мультипликации. По сюжету в руки одаренного подростка-школьника Ягами Лайта попадает тетрадь смерти Синигами Рюка, и он стремится создать новый мир, очищенный от преступности и зла. Популярность сериала огромна. Зрителей привлекает противостояние интеллектов главных героев и детективная интрига. Однако это произведение не только про игру в кошки-мышки между детективом и преступником. В него заложен глубокий философский смысл. Более того, сериал богат отсылками на Библию, о которых мы поговорим в этом видео. Я стану богом этого нового мира. Все-таки людям порой удается меня удивить. Отсылка к фреске сотворения Адама Микеланджело. Пожалуй, одна из самых очевидных отсылок в данном произведении. Причем в оригинале картины по замыслу автора руки не соприкасаются, подчеркивая невозможность соединения божественного и человеческого. В «Тетради смерти» они же соприкасаются, символизируя то, что Лайт считает себя богом. Яблоко, как символ первородного греха, сравнивается с тетрадью. В опенинге Лайт откусывает яблоко. Затем зрителю показывают яблоко и тетрадь, то есть тетрадь как инструмент, испытание. Станет ли он ей пользоваться? Возомнит ли он себя выше божественного закона? Возьмет ли он грех на душу? Здесь Лайта сопоставляют с Адамом, первым грешником. Ватиканская пьета, Микеланджело. Мисора Наоми с Рэем Пенбером в заставке сидят в позе скульптуры Микеланджело. Скульптура изображает скорбный образ Девы Марии, оплакивающей снятся с креста распятого Христа. Так герои аниме символизируют первых невинных жертв Киры, ведь они не являлись преступниками. Он убил их лишь потому, что они мешали ему и встали у него на пути. Сцена омывания ног Лайта. Сцена накануне смерти Эл. Здесь показана аллюзия на библейский сюжет о смирении Христа. Иисус явил всю глубину своей любви и смирения, омыв ноги предателю Иуде. В аниме же, на мой взгляд, показано несколько вещей. Во-первых, Эл все так же психологически давит на Лайта, делая вид, будто считает его своим другом, заботится о нем. А во-вторых, любой друг, скорее всего, отказался бы от такого предложения, но не Лайт, ведь он считает себя выше других. Также Эл, скорее всего, предчувствует свою смерть и принимает это. Об этом свидетельствуют его слова. Да, колокола сегодня звенят особенно сильно. А также, грустно, мы скоро расстанемся. Ну и конечно, аллюзия на библейский сюжет знаменует мотив предательства. Ведь Лайт, подобно Иуде, предает Эл, несмотря на то, что они отчасти сблизились, ведя расследование вместе. Ну а какие отсылки заметили вы? Делитесь своим мнением в комментариях. А я на этом заканчиваю свой видеоролик. Мир вам и дому вашему. До скорых встреч. Будем надеяться, YouTube не забанит это видео.